Для нас большая честь проводить мероприятие, посвященное 30-летию творчества нашей знаменитой, всемирно знаменитой пианистки Жании Яхьяевны Аубакировой. Она избрала наш университет, и я считаю, для нас это большая честь. Собрались студенты, есть депутаты парламента, гости сейчас собираются. Это творческий вечер, и в то же время это творческий отчет перед общественностью о тех годах становления творчества вот нашей знаменитой соотечественницы. Это ректор Академии. Вы спрашиваете, почему у нас в Назарбаев университете? Только потому, что ректор Академии, наверное, должен был и выступить. И консерватории, ректор консерватории, конечно, наверное, не случайно избрала местом такого мероприятия своего провести именно в учебном заведении. Мы этому очень рады, желаем ей больших успехов. Вот, творческих. И мы также договорились, что дальше, в дальнейшем, приедут ее студенты выступать, и оркестр выступать перед нашими студентами. У нас очень талантливые ребята. Они действительно интеллектуально очень талантливые, но они также у нас и танцуют, и поют. Творчески очень такие талантливые. Поэтому обмен студентами в этом плане, обмен творчеством, мне кажется, это только поможет усилению отношений между нашими вузами.